Первая волна паводков в Новосибирске пройдет спокойно. Вторую ожидают в конце мая, начале июня. Она не должна повторить прошлогодний разрушительный сценарий. Успокоили сегодня дачников. На встречу с гидрологами и гидроэнергетиками пригласили представителей садовых обществ. По предварительным прогнозам, паводок 2016 должен пройти в значениях близких к норме, если, конечно, не вмешается погода и не пойдут обильные дожди. Новосибирское водохранилище планирует наполнить до конца второй декады мая. Уровень воды в городе не должен превысить критические 4 метра, заявили сегодня эксперты. Правда, заметили, что температура в апреле будет выше нормы, а значит, сценарий прохождения паводка еще могут переписать. Также специалисты заметили, что в крайнем случае о приближении большой воды садоводов предупредят за трое суток.